дня. Сегодня мы проведем комнаты мешочком для 5-7 лет. Итак, первое упражнение. Расправили мешочек, одеваем на голову, подошли к стеночке, соединили лопатки, поставили голову ровно и шаг сделали. Молодцы! И сейчас упражнение начинаем. Руки в стороны, ногу назад. Раз, голову держим прямо. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Руки на пояс поставили. Ножку в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Поймали. Раз, два. Нет. Поймали. Ниже ручки опускаем. Молодцы. Следующее упражнение у нас на мелкую моторику. Потерли его, как будто стирали. Постирали, постирали, мешочек постирали. Выкрутили его, выкрутили мешочек. Крутим, крутим, сильно крутим, как тряпочку выкручиваем. Поменяли ручки. Молодцы, повесили на две щепочки. Висит, сохнет наш мешочек, ветер подул. Закрутился ветер. И оторвался один. Одна прищепочка, конец оторвался, прищепочка осталась. Другой ручкой сделали упражнение. Молодцы. И сейчас руки в стороны. Передаем за кривую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Молодцы. Сейчас под коленочком поднимаем ножку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Молодцы. Сели на коленочки. Подбрасываем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Молодцы. А сейчас с одной ручки на другую. Одной подбросили, другой поймали. Молодцы. А сейчас будем подбрасываем одной и ловим другой. Поймали. Поймали. Молодцы. Другой ручкой. Умнички. Молодцы. А дальше у нас продолжаем наше упражнение одной ручкой. Поймали. Другой ручкой подбросили и этой же поймали. Встали на коленки, передаем вокруг себя. Молодцы. И в другую сторону. Умницы. А сейчас поднимаем на локоточки. Вот опустились. Вот. Встаем. Вот. Вот, показали мешочек. Держим, держим ножками. Вот. Коленки не гнем. Молодцы. А сейчас ложимся. Мешочек вверху за головой. Встречаются ножки с ручками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Молодцы, умницы. И еще раз встали. Походили на носочках. На пяточках. Молодцы! Большое спасибо! До свидания! Успехов вам!